Где-то вход. Ну, вход есть, хорошо. Ай-яй-яй. Да. Можно туда как-то запрыгнуть. 42. Так это я отсюда и был, да? Так, 43. А что еще надо было искать? 43 туда, 43 сюда. И чё? Изумительный шанс. Изумительная фигня. Ну ладно, пойдем посмотрим туда. Ну и опять не та калитка. Так. Тут нас не ждали. Так, 63. Но было же там что-то 8 и все. Ну. Как видно из или слышно из его тяжелого пробега. Так. Ну и что нам еще было нужно? Да здесь я вроде тоже носился. О! Открывашечка! Ай! А тут вылезет какой-нибудь очередной психопёс и навешает звездюлей, да? Так, а тут я, по-моему, еще не был. Так, чисто, чисто на всякий случай. Сохранение данных. Так, я отсюда пришел. Сюда я ходить хотел. По всей видимости, я тут уже был. Но был, наверное, с другой стороны. Ну, пойдем сюда. Так, тут нас тоже, да, не радостные видеть. А нет, радостные. Так, кажется, бежит какой-то ловит. И хочет навешать. Ах ты, ёб. Ну-ка, все быстренько поднялись. Вниз упались. Еще раз поднялись, еще раз упались, нет? Разобрался. Один и второй разобрался. Так. Это снова вы? Ну как? Нашли моих подопечных? Да, с ними все хорошо. Да, но не все. Я сообщу, если найду остальных.
Подопечных знатно раскидали по всем возможным и невозможным областям. Да. Где это? Так, устанавливаю гол. Все, голову, значит, я нашел. Все части робота установлены. Что дальше? Процедура саморемонта завершена. Я готова к работе. Дорогой товарищ, позвольте мне образовать пусковую пару. Что-то ее как-то штырит еще, да? Вторая часть пускового пара генерирована. Идентичность кода подтверждена. Произведена смена режима комплекса. Новый режим – боевые учения. Ох, нифига себе. Спасибо, девушки. Спасибо вам, дорогой товарищ. Ага. Товарищ Молотов, я прошу. Здесь небезопасно. Какой человек приехал к нам? Говорили, что все в порядке. Имела место небольшая нештатная ситуация, но майор Нечаев, прошу прощения, агент Петри уже совсем справился. Чем именно он справился? У вас все коридоры залиты кровью. Это не кровь, это краска. Товарищ Сеченов, вы затеяли опасную игру. Здравствуйте, товарищ Молотов. Я вас не понимаю. Ух ты ж. Прекрасно понимаете, товарищ Сеченов. Вовик привез. Локальный технический сбой оказался глобальным. Роботы в боевом режиме. Массовые человеческие жертвы. Мне продолжать? Как что сюда пришел там? Да, пожалуйста. И прежде всего я хочу знать, откуда у вас такая информация? От Виктора Васильевича Петрова, вашего инженера. Выдающегося робототехника и заслуженного гражданина СССР. В прошлом. А теперь он заключенный номер 230385. Этапированный на принудительные работы в комплекс Вавилов. По вашему приказу. Вы нарушаете законы СССР. В должности министра промышленности. Вы знаете, чем это грозит. Постановление генерального прокурора. Как быстро там прокурор накатал, да, все? Нейросети коллектив отменяется, а вас ждет полномасштабное служебное расследование. Теперь вам все ясно, товарищ Сеченов? Да, вообще ясно, вообще. Полностью. Товарищ Молотов, могу я просить вас о личном разговоре наедине? Вы думаете, это что-нибудь изменит? Хорошо. Я жду вас здесь. Через 15 минут. Встретьте меня на посадочной площадке. Сию секунду. Прошу прощения. Идите, идите. А вы, майор, что, не побежите встречать своего хозяина? Он как Штокхаузен торопится. Что-то не так, майор? Майор, я задал вам вопрос. Заприте здесь. Что происходит? Заприте здесь, я сказал. Майора конкретно заштыривает. Короче, поплыл майор потихой. Может и не потихой, но конкретно. Да, походу, дозняк прошлый был маленечко просрочен. Ну, либо кто-то перепутал этикетки. Суматохе. Что тоже очень не исключено. О, все пойдет. Нормально. В смысле, а почему стоим? Почему не лежим? Что это? Что за чебуратор? А цветочки бы надо бы напалить. Хотя не пластмассовые. Холодильничек отязил. Очень пойдет валяющаяся табуретка. Главное, помидорки, точнее, яблочки. Что-то все как-то буйно было. Ладно. Куда? И почему тебе дико? Что это за... А
Это что за черви-имитатор? Такой. А что с ним делать? Так, походу алюминиевые огурцы растут, да? На брезентовом поле. Нам что, карту покажут, нет, сегодня? Пчелки. Товарищ, вы в расцветке коняшка. Какой мохнатый майор. Йотти? Или Йотти? Охуете. Мое яблоко. Никому не отдам. Вот так вот, да. Давай просочись. Просочусь. Ну, почему? Может быть, это можно сделать здесь. Так, по всей видимости, надо, короче, нажраться яблочек, и его должно будет отпустить. Ага. Короче, туда не впускает зеленая волна. Наружная. Так, ладно, куда бежим тогда? Товарищ, с вас запчасти почему-то не летят наружу. Так, я оттуда прибежал. И тут черви-имитатор. Зачем ему удочка мозг накручивает? Ну ладно. Здесь он вообще даже не падает. Яблочки молодения, что-то типа карты, направление пути или что с ними делать-то. Да что в тебя? Они где-то собираются, нет, что это? Так, куда дальше-то? Все бегут зачем-то туда. Так где же я тебя буду искать? Вот даже в воде не тонем, а еще у него нет ног. Залазь. Залазь, глупый. Эй, пацаны, там вообще-то все шмаляется. Каким, блядь, образом проснуться? Ай, блядь. А, сука. Страшно и ужасно. Ну вот я такой прыг, 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 прыг. Куда? Куда прыгаем? Вот на эту конструкцию, походу, да, нужно запрыгнуть. И что вообще делать, блядь? Куда бежать? О, указатель. Так, Поле, прямо ты пойдешь. Воролеев мозг и гипоталамус. О, мозг. Был. Мозга больше нет.
какой-то интересный червоимитатор. Сюда что, пустят? Ага, по-видимому, нет. Все-таки надо как-то подняться на ту непонятную фигню.